встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко. Моя страна сейчас переживает очень тяжелый период. Она учится, она растет. Мы почти ровесники. И я понимаю, что мы ей должны помогать. И только в такой работе, только в таком ритме мы сможем достичь того, чего мы хотим. А мы хотим быть полноценной европейской успешной страной. Прозвучали новые идеи, и не просто у решения украинского кризиса и военных действий и агрессии Российской Федерации, именно видение вообще развития Европы в целом и роли Украины в этой новой Европе. Наверное, я не прощу себе, если через 10 лет мы ничего не сделаем для того, чтобы наша страна была успешной. Если я буду знать, что я не работала настолько, на 100, наверное, 150%, то я себе этого просто не прощу. Мы обязаны сейчас так работать.